Здравствуйте, принтер Canon G3411. Проблема, что он именно при копировании оставляет кляксы на бумаге. К сожалению, делает он это не всегда, и я сейчас не могу споймать этот момент, а принтер нужно отдавать завтра с самого раннего утра. Поэтому виртуально показываю, как бы якобы, что они есть. В чем интересно, принтер я знаю, этот и тут используются исключительно оригинальные чернила, поэтому он уже работает больше года вообще без каких бы то либо вопросов. И это оригинал Тездюс, а это у нас копия. Есть разница, правда же? Ну это так, это просто, так сказать, интересный факт по ходу дела. Видите, 10 тысяч страниц напечатал. Памперс еще не сбрасывали. Интересно. Интересно, приинтересно. Поэтому, что мы будем делать? Вот такие вот всякие разные сяточки убирать со стекла. Они тоже, ну, как бы это лирика. Это лирика, но по ходу дела, почему бы и нет, почему бы и не навести порядок. То сейчас мы это все очистим первым делом, потом будем перемещаться внутрь самого аппарата. Начисто протираем все загрязнения, которые попадаются нашему взгляду. Для этого я использую антисептик с содержанием спирта, наверное, 70%. После известных всем заболеваний запасы антисептика, по крайней мере, у нас просто огромный. То есть стекло начисто, все сяточки стираем. Здесь ручку, чернила. Все стираем. Паста, кстати, не стирается. Используем более сильное средство. Постараюсь передать результаты чистки. Особенно они должны быть видны здесь. То есть все чисто, красиво стерлось. Использовал для этого метилоцетат. Вот эта вот поверхность очень-очень замечательная. Вот эта сяточка, это уже повреждение механическое, оно не стирается. Все остальное замечательно стерлось, особенно паста. Паста не стиралась спиртом, ацетон здесь применять нельзя. Метилоцетат с этим справился прекрасно. С вот этой штукой, этот пластик я не пробовал им протирать. Поэтому очень-очень аккуратно. Все вот эти вот чистящие растворители и так далее, где-то на маленьком кусочке незаметном, где-то сзади, попробуйте, не разъедает ли пластик. А потом уже пробуйте на большом участке пластика. И то очень-очень-очень-очень-очень-очень аккуратно. Переходим внутрь. Благодаря подписчикам я знаю лайфхак для того, чтобы каретка уехала с парковки. Открываем нашу крышку сканера, нажимаем и удерживаем кнопку стоп. Красный кружочек, внутри красный треугольничек. Держим до тех пор, пока вот каретка начала ехать, переехала в левое положение. Теперь мы открываем вот эти вот штукенции, которые пережимают здесь шлейфы, для того, чтобы чернила у нас не оттекали от картриджей. То есть мы сейчас будем извлекать картриджи. Какой у меня план действий? Везде, где я вижу чернила, везде, 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 я их буду убирать. Убирать аккуратненько. Самое главное, аккуратненько, чтобы не задеть ленту энкодера. Вот она у нас полупрозрачная, прозрачная такая вот с рисочками штучка. Ролики аккуратненько буду чистить. То есть все буду делать очень-очень аккуратно, дабы нигде ничего не поломать, не нарушить, не вымазать. И все в таком духе. Кабель питания извлекаю. И теперь спокойно могу работать, двигая каретку туда-сюда. Извлекаю картриджи. Смотрим. Я так предполагаю, что у нас картриджи должны быть все измазаны чернилами. Так мне почему-то кажется. Картриджи, или если хотите, по, так сказать, по науке, не переехала сюда в положение
чтобы откинулось. Да, вот видите, полностью все замазано чернилами. Это все мы убираем. Это тоже, скорее всего, причина вот этих вот клякс. Тоже то же самое. Все аккуратненько сейчас будем убирать. И сама каретка тоже здесь у нас в чернилах, поэтому тоже там будем протирать насухо, начисто насухо. Поехали. Я для этого буду использовать самую обычную туалетную бумагу. Иногда, наверное, буду использовать бинтик. Мне нравится с бинтиком работать. Ватка мне как-то не очень по душе. Она оставляет эти кусочки свои там где их оставлять не нужно. Вот видите, то есть все это боковые стенки я протираю в каретке, куда вставляются у нас картриджи. То есть оно все со временем, из-за того что каретка ездит с сумасшедшей скоростью туда-сюда, и эти чернила разбрызгиваются где только можно. Также у нас причиной разбрызгивания является капа. То есть это парковочное место, присоска. Рядышком с этой присоской между ними стоит такой как дворник, ракель силиконовый, резиновый, который тоже разбрызгивает все на свете по сторонам. Поэтому тоже его будем очищать. То есть вот такими вот движениями все это дело чистим. И в принципе все. Печатающую головку тоже аккуратненько протираем, лишних чернил быть не должно. Боковые стенки картриджей тоже аккуратненько, начисто, насухо. Контакты пальцами, руками не трогаем лишний раз. Они должны быть чистые, сухие. Обязательно перед тем, как поставить картриджи, или назовите их печатающими головками, в принтер, обязательно нужно убедиться, чтобы контакты были чистые и сухие. Также нужно заглянуть внутрь в каретку, посмотреть, чтобы там контакты тоже были чистые, сухие, без следов чернил и других посторонних жидкостей и предметов. То, что я говорил, парковочное место. Здесь у нас вот эти вот лезвия, такие чистящие. Вот их мы тоже будем, видите, вот они, раз и два. Тоже мы их будем вытирать и с той стороны. И капу тоже будем вытирать аккуратно, не применяя больших усилий. То есть я смочил моющим для стекол бинтик. И аккуратненько, сильно не давлю, чтобы не сдвинуть капу в неправильное положение, не сдавить. И тогда придется либо долго мучаться, либо разбирать аппарат и устранять. Видите, слезла резинка. Вот этого не резинка, а это, как ее назвать, губка такая твердая с капы. Это все нужно назад вернуть. Лично мне очень удобно делать все вот эти вот манипуляции клещами, тигельными клещами. То есть вообще очень-очень удобно подлазить. Можно комфортно туда, куда нужно. Еще я извлекаю вот эту вот губку. Хочу ее помыть, потому что она тут на кончик, по сторонам тоже залита чернилами. Мою и сушу. Устанавливаем на место наши печатающие головки. Пробуем печатать. Не забываем захлопнуть вот эти вот штукенцы, иначе каретка не заедет в правое положение. Печатаем тест дюз. Смотрим, что в результате у нас получилось. Ушел у нас красный цвет частично. Дадим ему отстояться. Сделал я парочку прочисток. Все равно красный цвет не появился. Он же маджента. Дадим ему постоять ночь. А потом попробуем еще раз распечатать. Я думаю, что все должно нормализоваться.